заканчивай дело. Нет, пока не скажешь, где Меган. Ты потерял, Дженсен. Такие, как мы, никогда не получают того, что любят. Всем привет, мы продолжаем играть в Deus Ex. Так, с тобой еще всю фигу тебе, да? Так, мы выходим отсюда. Убил я этого босса грёбаного. Сохранюсь пока. Блин, сохраняйся, давай. Окей. Так, пошлите. Джарен, это ты? Не совсем. Меган? Адам? Господи, Адам, это ты? Ты ранен? Что случилось? Что с тобой случилось? Я за тебя жизнью рисковал, Меган. Полмира пересек, и ради чего? Все не так, правда. Ты с ними заодно? Нет. Нет, Адам, клянусь. Вот ты сука. Похищение было настоящим. Нападение на Шериф Индастрис. Им нужна была я и мои работы. И когда тебе захотелось ими поделиться? Все было не так. Я хотела рассказать тебе, но не могла. Не могла. А Дэвид сказал, что мы должны это использовать. Это наш долг перед человечеством. Дэвид? О чем ты? Мое великое открытие. Мне удалось найти генетическую структуру, упрощающую сращивание живой ткани с имплантами. Удалось найти ее в тебе, Адам. Мы использовали твою ДНК. Клянусь, я хотела тебе все рассказать. Но Дэвид убедил меня, что это на благо человечества. Что так мы улучшим себя. И только Хью раскрыл мне глаза на мои ошибки. Хью? Хью Дэрроу? Он владелец этого комплекса. Когда Намир нас сюда привез... Ричард, соедини меня с Шарифом, живо. Адам, пожалуйста. Хью только притворяется, что сотрудничает с Тай Юн и остальными. Он раскрыл их планы и обещал свою помощь. Но только для того, чтобы их остановить. Их сигнал не сработает. Он работает, Меган. Джао меня чуть не отключила. Нет, не может быть. Я когда-нибудь тебе врал. Я сброшу твою прошивку. Я все исправлю. Ау. Оба. Мне удалось изолировать твой чип от внешних сигналов. Это мое последнее изобретение с применением нанотехнологий. Господин генеральный секретарь, что это за хрен? Делегаты, дамы и господа. Дэвид Шариф попросил меня собрать вас здесь сегодня, чтобы мы могли открыто обсудить одну мировую проблему. Проблему, которая в данный момент угрожает всему нашему обществу. Прости меня. Что, они зомби что ли делаются или как? А, они понятно. Они модифицированные были и все. И как бы под себя подогнули. Понятно. Так, ну чё? Алло? Что с экраном-то сделалось? Эй! Давайте пропустим. Черт, она зависла, кажись. Так, ну что, я восстановил игру. Игра у меня вылетела. Так, хорошо. Хотя в этом ничего хорошего нет. Гляньте, давайте посмотрим на руку. Вот это. Прикольно. Так, есть ли у нас Праксис? Мне это очень интересует. Да, у нас есть Праксис. Это очень хорошо. Кожаный панцирь. 2 стоит. Когда же я его куплю-то? Так, что можно прокачать? А, руки. Или вот это. Стабилизатор прицела. 2 стоит. Ноги. Улучшение быстрого бега. Так, вот, бесшумный бег. Подтвердить. Пошлите. Давай, вызывай лифт. И едем вниз. А не, мы наверх едем.
Так, давайте батончик съедим. Это съедим. Что у нас еще есть? Что можно скушать? Ничего. Ну да ладно. Эй, не вылетай уже. Даже не понял, с чем это связано, если честно. Так, вот. Кстати, кто-то спрашивал у меня в комментах, где я живу. Я живу в Бийске. Так, я не в Москве живу, если что. Так, ну что? Где выход? А, вот. А, надо ученых было спасти. Просто я ролик-то пропустил. Чтобы мне потом игра опять не вылетела. Адам, я вытащу отсюда своих людей. Ты должен отправиться в Панхею и остановить Хью. Мы с тобой еще не закончили, Меган. Ой-ой-ой. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но ты должен остановить трансляцию. Получая сигнал, биочип стимулирует блуждающий нерв, вызывая ужасные галлюцинации. Так, ну что? Включаем опять кнопку. У меня игра уже два раза вылетела, даже три. Вообще здорово, а? Просто пиздец какой-то. Адам, я вытащу отсюда своих людей. Ты должен отправиться в Панхею и остановить Хью. Мы с тобой еще не закончили, Меган. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но ты должен остановить трансляцию. Получая сигнал, биочип стимулирует блуждающий нерв, вызывая ужасные галлюцинации. То есть буквально сводит с ума. И ты должен это остановить. Воспользуйся шаттлом Лео. Он доставит тебя в Панхею. Удачи, Адам. Вот от этой игры скоро я с ума сойду, блин. Я этого босса сколько часов проходил, наверное. Не убегай! Так будет намного проще. Я, короче, вот этого босса сколько часов проходил. Ой-ой-ой. Сдохни. Убить меня хотел, скотина. Так просто у вас ничего не получится, господа. Как ты меня на расстоянии-то, как ты меня можешь-то убивать? Так, ну что, у нас с кем гипосим хотя бы есть что-нибудь? Вроде того. Я вообще не понял, как они меня на расстоянии-то убивали? А какие-то супер солдаты просто. О, пистолетик. Пошли. Ой-ой-ой. Назад, назад, назад. Сука, 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 не-не, так дело не пойдет. Грохни его в конце-то концов. Yes! Как вы меня на расстоянии-то убиваете, блин, руками машете и убиваете, самое главное. Так, ешь. Восстанавливающую фигню. Так, надеюсь, тут больше никого нет. Так. Да, я всех вроде убил. Включаем. Давайте сохранимся перед этим. Ух ты, блин, а, сохраняйся. Странно, у меня мышка теперь что-то не работает. Окей. Блять. Игра уже выбешивает начала. Автоматические системы активированы. Последовательность ТРО-1. Код 1-1-А. Полная готовность к запуску. Что это такое? Суборбитальная траектория установлена. Лео какой-то. Пункт назначения – Панхея. Начать обратный отсчет, мистер Дэро? Да. Блин, а что с мышкой-то? Начать отсчет. Код 000. Подтверждение 0. Начинаю отсчет. Какой-то дурацкий код. А что такое? Шаттл какой-то, что ли? А, точно, это шаттл или самолет. Не знаю точно. На ракету больше похоже. Давай, поехали!
взлет. Начинаем снижение. О, космос, гляньте-ка. Чувак, как тебя не стошнило-то? Какой-то кратер спускаются, что ли, я не пойму. А, не, в воду просто. Ну. Хорошо. Оба. Гляньте, снежок. Дженсен. Дженсен, как слышно? Плохо. Я в Панхее, Причард. От шарифа или делегатов... А почему в Панхее снег? Никого. Вскоре после речи Дэру установку перевели в режим изоляции. Не пойму, жив ли там хоть кто-нибудь. Трансляция сигнала продолжается. А значит, мы все в опасности, пока я ее не остановлю. Сначала придется отключить режим изоляции. Ищи главный пульт управления наверху вышки. Самое главное, чтобы тут никого не было. Это самое главное. Блин, я сюда залезть не могу. Не. Было круто. Я, по-моему, там солдата увидел. Нет, никого нет. От греха подальше сюда залезу, да и все. Ничего нет. Давайте осмотримся. Вот самолет с учеными, которому не суждено было приземлиться уже. Так, блин, залезай. Хорошо, что эту функцию прокачал. Прыжков. Мне так нравится вообще. Боеприпасы. Нафиг боеприпасы. Вроде никого нет. Давайте посмотрим. И правда никого. Да. Там электричество коротит. А почему коротит? Тут вообще вода разлилась. Разлилась. Так, внизу что-нибудь есть? Так, ну это пока не... Я не думаю, что это правильное решение. У меня другого выхода нет, к сожалению. Опять по такой же технологии, как и в прошлый раз. Оба. И что делать? Либо это тело плохо может кончиться. Да, это плохо кончится, если так они разлетаются. А вот здесь можно пройти. Ой, блядь, хомуха. Что ж такое-то? Мина, что ли, это? Там еще есть одна. Давайте, это возьмем с собой коробочку. Так, вот. Сработало. Ой-ой-ой. Так, контейнер перенесем. Так, куда нам теперь? Сюда, видимо, да? Или вот сюда. Так. Бери контейнер. Ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой. В конце-то концов, не падай. Так, нафиг. Бери вот эту хрень. Контейнер нам нужен. Ой-ой-ой, блин, ну как так?